вас сейчас выступит команда КВН сборная Сита. Здравствуйте. Мы учимся на факультете экономики и управления, который считается самым лучшим факультетом в нашем университете. На ФЭУ есть замечательная традиция – игра в КВН. И мы, наша команда, из года в год играем и постоянно побеждаем в этой замечательной игре. Ребята, а вы с учителем ничего не перепутали? Вы всего лишь заканчиваете первый курс. Так а какие года? Подожди. Ну ты пойми, мы просто хотели выйти красиво. Сколько тебе лет? Ну, 18. Послушай, единственный шанс выйти красиво у тебя был лет 18 назад. Видишь эти всех девчонок, да? Они как бы пришли сюда поступать. Они думали, вот поступают, получают знания, но они увидели нас. Вот смотри, нас. И теперь они будут поступать сюда только ради нас. Ну, только ради вас? А нам тогда что? А зачем? Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках. Ребят, давайте не ссориться. Просто-напросто покажем то, что происходит. Да, команда КВН Айну, ладно, мы начинаем. Начнем с простого случая в неблагополучной семье. Пап, я сегодня пятерку получил. Я тоже. Слушайся маму. А, возможно, многие из вас живут в таких криминальных дворах. Ой, наркоманы! Ой, наркоманы! Ой, наркоманы! Ой, наркоманы накурили бабушку! А вы сейчас учитесь в школе, и наверняка в каждом классе есть человек, над которым все издеваются. Чего, ну а? Да, Рязаник, парни, потише. Вы, ребята, ну чего, а? Ну, где ты больше, не важно? В наше время появляется все больше и больше так называемой гопоты. Но немногие знают, что она была и во времена дикого-дикого Запада. Давайте посмотрим то самое время. Вы кто? Воины? А ты кто? Клоун? Я вождь с племени Черного Когтя. Сава Храброе Сердце. А я Андрюха Мощная Струя. Вы пришли на мою землю и смеете издеваться над моим народом? Да я вас уничтожу! Подожди, но я тебе напоминаю, Андрюха мощная струя! Меня это совсем не пугает. Ладно, стой. Ну чё, давай? Давай. Дурак, ты не насыпаешь. А, точно. Не, ну я говорил мощная струя, а ты не верил, ну ё-моё. А численные студенты попадают в армию. Итак, давайте представим случай в одной из воинских частей. Ко мне! Куда? Молодец, понабрали, конечно. Так, кто чем занимался? Я играл в шахматы. Шахматный клуб «Коник». Коник? Мой пол, Коник. Ты чем занимался? Поклапай. Оригами. Ясно? Пластилин. Ты думаешь, это что-то поменяло?
Нет, тебя даже спрашивать не буду, мой бог. Дзюдо, карате, 7 лет. Да ты... Вивися, конь! Все знают, кто такой егерь, но многие знают, как им становится. Давайте посмотрим. Так, ты кто? Я егерем хочу быть. Ладно, пойдем, учить буду. Видел? Нет, что там? Лиса пробежала. Лиса. Оп! Оп-оп-оп-оп! Оп! Что? Ну это видел? Да. А чё вступил? Алё. Так. Так, дорогие друзья, как вы уже видели, ФЭУ это одна большая и очень дружная семья. ФЭУ это тот факультет, который уважают и одновременно завидуют другие факультеты. На ФЭУ самые классные тусовки. На ФЭУ вас ждет множество перспектив. ФЭУ – это лучший преподавательский состав. Рома, не забудь сказать про высшую математику. Не, если им про вышку скажу, они к нам точно не пойдут. Да что тут говорить? Желто-бело-красный. ФЭУ самый классный!